Принято считать, что у России две беды. И, по крайней мере, с одной из них достойно справляются белгородские дорожники. Петр Иванович всю жизнь строил дороги. А теперь, уже на пенсии, передает знания молодому поколению. Я видел дороги в Италии, в Австрии, в Чехословакии, в Финляндии, в Венгрии, да, в Польше, да. Ну, там они, конечно, шли на голову вперед, если так можно сказать, конечно, да. Но сейчас у нас и щебня там до 40 сантиметров, и асфальт несколько слоев, допустим, да. Сейчас дороги строят совсем по-другому. И контроль за этим делом очень сильный. Труд белгородских дорожников решили увековечить в скульптурной композиции. Установили ее в Борисовском районе, который за последний год сильно преобразился. Обзавелся километрами качественного дорожного полотна. За последних два года наши дорожники преобразили наш поселок, и особенно в этом году. И вы все видите, какие изменения произошли. В этом году вложения в дорожную отрасль были рекордными для региона – 21,5 миллиард рублей. Белгородская область по-прежнему остается в числе лидеров по качеству дорог в стране. Глеб Дудкин, Виталий Петренко. Такой день на Мире Белогорья.